Рыбаков фонд – частная филантропическая организация, основанная Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2015 году. Они поддерживают школы и педагогов, а также проекты, направленные на работу с детьми. В этом году среди победителей конкурса Выгодского, который проводит фонд, есть два представителя нашего региона. Первый – устьянский педагог Алена Фалева и ее авторский проект по коррекции речевых нарушений. Это моя третья победа. И каждый раз, готовясь к участию в таком конкурсе, для себя я ставлю определенную цель. Это представление своего педагогического опыта. Ну а победа в конкурсе для каждого педагога дает безграничные возможности профессионального роста и развития. А вот для педагога Марии Дроздовой из Каргополя нынешняя победа первая. Воспитатель детского сада «Росинка» вместе с детьми придумала игровой проект, главное в котором – инициатива детей. Мы проводили с ребятами день Аксиньи, то есть у нас Аксинья кукла приносилась на занятия к детям, и она сопровождала ребят полностью в течение всего дня. Это было тоже одно из творческих заданий. Вот полоса препятствий ребята строили. Мы ее проходили. Всего на общероссийском конкурсе «Рыбаков фонд» 150 победителей. Лучшие педагоги приглашены на летнюю школу в Москву, которая планируется в конце июля. Карина Заплатина, Михаил Меньшенин, Евгений Успенский, регион 29.